Приветствую вас, Анастасия. Я думаю, что первым делом вам нужно изучить треугольник Кармана, потому как здесь у вас явно жертвенная позиция. Вот, если с ней с жертвенной позиции ничего не сделать, то я боюсь, что у вас могут быть серьезные существенные проблемы. Это первое. Второе. Личная ответственность. То есть, понимаете, вот чувство вины, помимо того, что возникает в силу ряда причин, оно еще и проистекает по той причине, что вы не берете на себя ответственность за свои действия. То есть вы, например, не можете сказать прямо, допустим, что так-так, я ну, хотела уйти от мужа и ушла. Вот. Просто находила и просто ушла. Вы так сказать почему-то не можете. И у меня вопрос вам. Такой ситуации. А почему? В чем здесь проблема? Это да. О чем я говорю? Что я имею в виду здесь? То есть вы отрицаете факт своего выбора. К сожалению. А он факт выбора вами, той или иной позиции, крайне важен. Дальше. Чувство вины. Само по себе чувство вины возникает из-за долга. Я должен, я обязан. Тогда кому обязаны и кому должны, это вот, на мой взгляд, хороший вопрос, который вам себе нужно задать. Вот, кому вы обязаны и кому должны. Но это, тем не менее, как правильно сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, это где-то в детстве. То есть, вот, как бы, основание у этого из детства, начало берет это в детстве. У вас. Значит, следующее. Я по порядку постараюсь идти. Хочу, чтобы меня любили. Любить сама. Ну вот, опять же, хочу, чтобы меня любили, это какой-то вот такой недостаток у любви. Вот. То есть есть ощущение, что вы себя не принимаете. Ну, очевидно, потому что у вас
муж вот он такой, плюс вы как бы на него ответственность перекладываете за то, что произошло между, ну, между вами. Да, то есть вы говорите, что вот он делал все, чтобы я ушел. Да, то есть это вот немного, немало, да, это обвинение человека. Вот. Ну, ничего хорошего в том, что вы в обвинении нет, в принципе. Потому что, ну, обвинения ничего хорошего не дают. Вот. Только обиды и так далее. А следующий момент – это ссора. Это ссора. То, что вы с человеком ссоритесь. А здесь момент такой, что ссор на ровном месте не бывает. А ссоры для чего-то нужны, а ссора представляет из себя, в том числе, игру, психологическую игру, то есть вы играете в скандал, играете в психологическую игру, скандал. Вот, вы можете подробнее про игру читать в интернете, она есть, описание этой игры есть, вот. Но сейчас в самых общих чертах я могу сказать, что вот игру играют люди, боящиеся близости и привыкшие вот таким образом, наверное, снимать напряжение. Правда, вопрос в том, откуда напряжение берется, но это уже немножко детали, да, другие. Это немножко другое. Вот. Sorry, вам также нужно брать личную ответственность, которую вы сейчас брать отказываетесь на себя. А дальше, что касается ребенка, то да, ребенок проживает, но ребенок проживает во многом потому, что проживаете вы. Вот, не переживай вы, и ребенок бы, в принципе, тоже бы не переживал. Вот, то есть, ну, не страдай вы с чувством вины, как раз. Вот, поэтому тут вот нюанс-то он непростой, что ребенок считывает то, что вы сами ощущаете, ребенок считывает то, что вы чувствуете, вот, и, соответственно, вам это отреагирует. То есть, если ребенок ощущает, что у вас вот к ее папе есть, ну, может быть, какие-то претензии или какое-то такое вот отношение немного, ну, например, пусть будет немного предвзято, то ребенок это чувствует и будет реагировать соответствующим образом. Вот, если бы вы более спокойно относились к отцу, не ссорились бы с ним, вот, то вполне вероятно, что и ребенку было бы легче. То есть нет такого, что вот девочки, именно девочкам,
тяжело переживать по поводу отца. Да, конечно, приятно, к родителям есть, и есть некоторые особенности, связанные с отношением именно девочек к, ну, к отцу, но это все индивидуально, то, что у вашего ребенка это происходит, ну, как бы, еще нужно это подтвердить или опровергнуть. Вот, поэтому сейчас вы своим поведением, вполне способны ребенка направить туда, куда нужно. То есть, ну, направиться в какое-то вот такое, да, конструктивное русло. Вот, если, конечно, вы этого хотите. Правда, ощущение, что вы это делаете, ощущение, что вы этого хотите, у меня нет. Потому что вы переживаете больше по поводу своей вины, и вообще есть у вас, как я и сказал, есть некоторая жертвенность ну, как бы, вот так обстоят дела. Вот. В принципе, то, что можно вам ответить. Вот. Муж, не изменится. Сам. Значит, если вы его как бы не замотивируете, вот, и, соответственно, заставить дочь вас любить. А дочь, вы его, ну, тоже вряд ли сможете. Поэтому здесь только работать над собой и, значит, осваивать неконфликтные модели поведения. Вот. Это единственное, что можно здесь сделать. Ну и, понятное дело, работать с чувством вины, да. Вот. Освободиться от этого чувства вины, которое вам очень сильно мешает сейчас. Вот, значит, и со своими потребностями, которые вот у вас есть, поработать, в том числе и с ними тоже, потому что это очень такой момент, ну, важный момент, да, достаточно, вот, для вас, по крайней мере. Потому что вы, ну, в какой степени зависите от мужа. Вот. Потребности в любви поработать обязательно. Значит, потому что вы нуждаетесь в любви. Муж, он так или иначе манипулирует этим. Вот. Как сказал совершенно справедливо мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. В общем, сделать вас по свободе, сделать вас по естественному поведению с мужем. Вот.
и ясла. У нас с вами это получится. Ну вот, в принципе, я думаю, что вы уже сами решите, как вам быть с человеком, как вам быть с ребенком и так далее. То вообще дальше дело. Вот то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым наилучшим образом. Всего доброго.